Now I give the floor to the representative of the Russian Federation. Господин председатель, уважаемые коллеги, российская делегация признательна за теплые слова и выражение сочувствия в связи с невосполнимой утратой, которую понесла Россия. Не стало посла Виталия Ивановича Чуркина. От нас ушел яркий дипломат, высокий профессионал, прекрасный оратор и полемист, душевный человек. Обладая энциклопедическими знаниями, он часто применял их на практике, вникая во все тонкости обсуждавшихся вопросов. Находясь на передовых рубежах, работая на самых напряженных постах, Виталий Иванович в течение более 40 лет твердо отстаивал позиции своей страны. Благодаря своему таланту и острому уму он порой находил выходы из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Он всегда искал возможности объединения усилий на основе баланса интересов, при этом внимательно выслушивал точку зрения партнеров на переговорах. За это его уважали те, с кем послу Чуркину приходилось работать, даже те, кто с его подходами не соглашался. Свидетельство тому – многие сотни сообщений и телефонных звонков соболезнований, которые продолжают поступать в посредство России. Виталий Иванович навсегда останется в нашей памяти как принципиальный, верный делу, которому ему поручен дипломат, чуткий к проблемам других руководитель, взыскательный, но справедливый учитель. Еще раз благодарю всех за проявленное участие и сопереживание. Спасибо. I thank the representative of the Russian Federation for his statement.